Как нам пояснили в администрации Барнаула, в этом году праздничная программа заметно сокращена. Торжества начнутся после 7 вечера, а уже в 21:00 торговлю спиртным и так прекратят. В мэрии посчитали, что нет смысла вводить запрет на весь день. Однако подчеркнули, что употреблять алкоголь по-прежнему нельзя на улицах, сидя на лавочках и в общественном транспорте. Мы же решили узнать, что думают о нововведении простые жители. Я против того, что мэрия разрешила продавать алкоголь в день города. Потому что будет много пьяных. И мусор все равно будет. Я вообще не интересуюсь алкоголем, не пью и никому не советую. Есть очень много других замечательных развлечений. Кому надо, вообще найдет, но в массовых пребываниях людей это точно будет пьянками. И драки, и все остальное. То есть вы считаете, что нужно ограничить продажи? Конечно, конечно. Неоднозначно отношусь к этому, потому что по-любому какие-нибудь люди постараются выпить, перебрать и огорчить других людей с праздником. Так что я против этого. Молодежь любит отмечать такие подобные праздники именно под соответствующим градусом, но это отрицательно, это плохо. Нужно запрещать все-таки, и не только на праздники. Официального комментария чиновников мы сегодня так и не получили. К слову, еще накануне некоторые средства массовой информации сообщали, что продавать алкоголь в день города вновь не будут, ссылаясь на официальное постановление администрации о подготовке к празднованию. Однако уже к вечеру журналисты заголовки поменяли. Добавим, что в крупных городах страны, например, в Москве, Новосибирске или Чите, по праздникам алкоголь никогда не продают. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости.